Это не хватает. Ну ладно, еще разок. Все, разок, точно. Гоу. Ой, больно. Значит, нам надо жизньки очень хранить сильно. На каком уровне получается? На третьем. Так получается, или какой там уровень? Да, блин. Обидно. Одна там какая-то писюля. О, отделяла меня, да. Александр Поджик, здорово. Ну, сорян. Второй этап, все окей. Это все мелочи жизни. Мелочи жизни. Угу. Не, без смерти, конечно, было бы забрать неплохо. Еще одна в коллекцию бы упала. Ну, если сейчас не пройду, тогда на отдельный стрим придется. Вообще, как челлендж. Ну, не знаю. По идее, тут пару попыток и все. Поэтому сейчас бы забрать и вообще злобномич. Не ори. Так паука бы на Дэнди без смерти тоже затащил. Не, он какой-то там тошнотворный. Чё-то я не знаю. Мне кажется, сложненько это было бы. Я смотрел, ты там пыхтел. Тоже на последней писе прошел. Такое себе. Неохота. Хотя тоже и геймплей там минут на 20-17 где-то так. Короткая игра. Extra Life, хорошо. Так, где я трачу эти? Случайно. Ну вот, как я этот. Скажи мне.
этого Tailspin. Ну чё ты не идёшь, сука ты кривая? А, подожди, на этом уровне или... А, не, не на этом. На следующем. А что у меня там жизни отбирает на следующем? На этом вроде всё окей, да? А что на следующем у меня? Почему я начинаю уровень с не фулл хп? И помираю. Там, где крановщик босс. Вверху вот эта гадина постоянно с толку сбивает. Бля. Управление. Угу. Так, нормально. Да отвали ты своей херней. Ну то музыка запоминающаяся, да? Топовая. Ну иди, иди сюда. Подошел, хорошо, легче стало. Тихо, спокойно. Угу. Все. Так, здесь фулл хп. Значит, вот на следующем уровне, почему-то вот на этом, у меня к концу уровня мало хп. Что такое? Почему? Да и сам я не пойму. Не прыгает, да, он вообще не прыгает. А что тогда на второй кнопке? Ну, одна эти, кулаки, другая пистолет. Все. Все кнопки. Я что здесь, разве не сейфово как-то? Или я в начале уровня того теряю жизни? Я что-то не помню. В чем проблема? Ничего такого нет, чтоб прям дамажило меня до такой степени, что я не доносил жизнь. Интересно. Значит, я там на уровне прям теряю, да?
Да более сейфово это делать. Кулаки, да. Кулаки и пистолет. Одна пулька и до свидания. Прощаемся. Пушечки, ты скажешь до свидания. Пушка попрощается с тобой. Ну нигде тут не трачу ничего. Значит, это этот. Значит, дело в уровне. Так, я пошел. Давай вот так сделаем, да, наверное, комбинированно будем делать. Угу. Да это вообще просто изи. Ну что это? Это что, босс? Это что, босс, что ли? Развалочная, друзья. Затибегали босса. Так, ну вот так бы мне разделаться. Последний, блин. Ну как же... А, у нас еще... Detroit, please. Ну давай. Что-то трэш какой-то начинается. Тихо. Сучара. Вот это место конченое. А шо оно так много здесь дамага в натуре? Охренеть, да? Жесть. Ну ты еще куда лезешь, сука ты? Херня горбатая. Так, дядечка волынку принес. Спасибо ему огромное за это. Дай бог здоровья. И хилочка. Батарейка. Ого, я ее батарейка. Я тосковал по тебе. Минуты расставания. Оп. Опа. О, где кран? А где кран? Крана нет? А почему? А, появился, ля, его можно... Его можно не этот... Вы поняли? Его можно не байтить, и он не выйдет. Ха-ха, прикол. Это ж прикол, нет? Я всегда думал, что прикол. Поехали.
мы знаем, кто крановщиком работает. Если что. Какой-то безумный крановщик, небось. Так. Не надо ля-ля. А ну иди отсюда. Давай, шевели батонами. Вот и все. Аккуратик, притирочка у нас времени, конечно, но пробуем. Должно хватить, я думаю, должно. Сейчас мы, если не всру тут конкретно. О, отлично, я думаю, что ему хана. Как думаете, ребята? Давай. Сейчас мы тебя без смерти заберем, сучонок. Но давай, да похер. Есть, вот он, no death. Вот и все, без смертушек. Да.